22:00 вчерашнего дня началось забастовочные действия. Здравствуйте! Что произошло? Штрейкеры. Мы услышали много матов в свою сторону. Соответственно, да, девочки ответили так же. Ребята, приходите к нам. У нас есть люди, которые защищают права именно трудовых мигрантов. Рабочий класс, он есть. А если организован, то это сила на самом деле.